Теперь будьте подасами Крика сплей. Я продолжаю играть в Бенди Тернюльную Машину. Забаразывает и забаразывает. Интересно, что будет дальше, какая глава сегодня что-то будет новенькая. Наверняка. Глава пятая, последняя победа. Видимо, вот и последняя глава будет. Но видела шестую. Не застает. Поёт. Я знаю эту песню. Каждый знает эту песню. Кто ты? Почему ты здесь? Меня пригласил старый друг. И теперь я не могу выбраться. Значит, ты знаешь больше нас. Мы даже не существуем. Мы вымысел. И сейчас тоже здесь. Ты не выпустишь меня отсюда? Здесь внизу незнакомцы представляют угрозу. Можно ли доверять тебе? Мы даже не знаем, кто ты. Приведи меня. Они зовут меня Элис. Но я не ангел. Поспи еще немного. Поговорим с тобой позже. Вернусь через пару часов. Не волнуйся. Я буду неподалеку. Пройдусь до шестого уровня. Побудь здесь. Присмотри за Генри, ладно? Вернусь, как только смогу. Обещаю. Спасибо, я и правда голоден. Эй, ты офигел? Это мне! Ты битбак. Я сейчас голодный из тебя. Я куда упал? Тебе заказали сторожить меня. Ты сволочь. Я знаю, что ты наблюдаешь. Естественно. И это слегка пугает. Вот кто пишет послание на стенах. Не только я. Для некоторых несчастных душ... способ быть услышанными. Какой смысл? Не стоит долго находиться в чернилах. Они могут внезапно поглотить тебя. Большое спасибо дому. Я делала то, чего не должна была. А он... Он был рядом. Почему ты называешь его домом? Он откликается на это имя. Что ж, кажется, он меня недолюбливает. Я хочу показать кое-что. Не так давно я рисовала карту одного из верхних уровней. Тогда я заметила, как что-то отражается в стекле. Подняв стекло, посмотрев сквозь него, я обнаружила на стенах скрытые послания. Они везде, у всех на виду. И я продолжила поиски. И находила все больше и больше посланий по всей студии. Но просто так их не увидеть. Только сквозь это. Взгляни. Не знаю, кто их оставляет. Но я полагаю, он знает, где выход. Куда ведут эти надписи? Он оставит тебя умирать. Неправда. Я следовала за ними долгое время. Ангел, ага. Я и вправду устала. Это было очень глупо, Том. Не стоило высовывать нос. Он заметил тебя. И думаю, что совсем скоро он найдет нас здесь. Его. Ведь чернильный демон прямо на пороге. Что происходит? Он идет. Нам пора бежать. Эй, а как я? Том, мы должны его выпустить. Да охренел. Мне жаль. Вы что, офигели, что ли? Я тебя
Нет, его съели, меня оставили. Так. Ставь тебя умирать, звездочки. Исследуй хранилище. Какое хранилище-то? Ключ. Выпусти меня отсюда. Так много вопросов. Выход, выход. Не входи в эту дверь. Какую дверь-то? Ключ. Иди за мной, возьми лоску. Лоску. Ну ладно. Давайте возьмем лоску, раз так нужно. Вау! А мне присягали, что не знал заходить в эту дверь. Чё дальше? Чё в туалете найду? Загляни внутрь. А внутрь? Ну-ка. Чё-нибудь открыть? Е-ха-а! Генри, хрен убьёс! Эк, что такое? Надежда всегда есть. Эк, я вижу надежда. Иди уже группа. Ну, ласка, ты его зачитала. Да, посланница. Твои рисунки прекрасные. Спасибо. Хотя не мои рисунки. Надежда всегда есть. Ну, это я читала уже. Вот это мультинек. Опа. Опа, опа. Тебе такие ещё за ответ, то, что бросили меня. Оставили меня умирать. Так. Крепимся. Так, я иду им место. Ну, ты место я уже видела. О, тут там. Ладно. А здесь ничего нету? Нету. Ну, погнали тогда отсюда. Отсюда. Скрывается. Нафиг. Может, куда это? А ну, по Зосе убивать его будет. Вау! Собака, я тебя не пригласала! Два раза офигел! Хреневцы, два раза! Хранялка, мне это не нравится! Тут это, скорее всего, будет! Не пригласали, не пригласали, не пригласали! Что за прокрутка тут такая? Кого нету? Коридоры, ну пошли! Здесь он! Раза, понял? Хрен убьет меня. Да кто не убьет меня сегодня? Знаете, сохранялка. Мне это не нравится. Вот что-нибудь есть здесь? Вот, есть. Ага. Что у нас тут? Здесь ведь везде что-то есть. Отлично, буду не буду знать. Прыгнуть можно как-нибудь, а? Как я залез ты в нее? А, опять? Ну давайте. Стоять! Ну, тут ничего. Что, прикол? Не понимаю совсем. Ты чё не занимаешься, скотина? Меня погнали тогда. Сказали, что тут-то есть. Мне не нравится и это. Вау! Какое место прикольное. Я же не туда иду. Что-то застряло в грибном колесе. Вау-вау-вау-вау. Вали-вали-вали сюда. Нет-нет. Не поймает. Валим-валим. Как эта рука плавающая. Нет, меня не поймает. Господи. Ты твою плавающую противную руку.
Спасите меня! Боже! Я успею, не успею! Фух, там успела. Мне это не нравится. Так, масло замать. Баба, у нас близко. Я успела. Валим, 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 валим. Плав всю рука, а то мне хрен достанется. Фух. Чуть-чуть успела. Твою мать. Нет. Забей, забей, забей. Быстрее, я тел. Ты не затревай пацанов-то. Называться не имею, а? Фух. Ни разу руку не встретила. Не так как бы сейчас, а? Вы ему сломали дырку, чтобы я не смылась отсюда. Это нечестно. Думаете, я трус? Я не трус. Наверное. Где я? Здесь все мы не без греха. Я поняла, Уса. Может, открыть дверь какую-нибудь надо? Нифига. Опасно, не входи. Не войду, не войду. А тут? Сломать? Нет. И по заданию. А тут? Нет? Ну вас мать! Куда идти-то мне? Скажите кто-нибудь. Что я такое? Я откуда знаю? Мама! Бросить! Я доверился тебе! Я отдал все, что мог! Уйди! 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 Я причем! Ты что ко мне допристал? Я вообще какой-то музык! Отвали, отвали, отвали! А? Ты монстр противный! Уйди, 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 уйди! Отвали, отвали! Мама! Отвали, 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 сука, такого толку, ты быстрый! Да какой ты жесткий! Да ладно тебя подумать, проси на лице, у меня то же самое. Помни меня, ты обещал мне свободу, но я собираюсь освободить тебя. Освободи свою руку, отплечь. Не смей. Ай, личика, знай, парамбай, бай. Вы меня бросили, ну теперь спасли. Привет, Том. Спасибо. Ох, это было близко. Тебе повезло, что мы были неподалеку. Все, погнали отсюда. Что происходит? Это было? Я так не думаю. Искатели и потерянные. Кто это? Это место. Сэмми, похоже, держал их в страхе. Но когда он ушел, чую, нам придется драться. Твою же мать! Осторожно, они идут! Получай, получай, скотина. Вот тебе на, тебе на. Да, иди в свою лужу, тел. Ауч, ты охренел, ты охренел, ты охренел. Я тоже. Пацан, я помогу тебе. Вы выбирайтесь отсюда. Да. Нифига, какие новые телы. Вы были добрые, вы чё, нападайте тут. Мы это сделаем, не сдавайтесь. Окей. Ну ты меня клинки-то догребались. Да, я сделаю передышку, а? Ты твою за мать, а? Я спасу вас! На скотину, на скотину, на скотину, на скотину, на тебе!
чтобы на тупонь. На. Теперь мы сюда пошли. Вау. Возвращайтесь в свою лужу. Точно. И ты меня вынудила. Иди в лужу. Да что же это за хрень-то такая? Вольните все отсюда. Я никогда их столько не видела. Да я тоже. Откуда я их так много увидела? Они по одному, по два, по три. Похреняли. Убирайтесь отсюда. Да, валим отсюда. Ой, уходим. Вы уходите отсюда. Фу. Меня обрадовали, а я потом оставили. Мы это сделаем. Не сдавайтесь. Я не сгонюсь. Полнуть один, а полнуть пять, картина. Война на пороге, люди. Теперь ты там. Вот теперь тебе отсидеться. Ну я смелый, смел. Наблутай. Тут я, картина. Наблутай. Ауч! Больно. Я за вами, пацаны. Я с вами. Это охренел. Спасибо. Возвращайтесь в свою лужу. Фух, спасибо, что меня защищаете. А я защищу вас, наблюдай, скотина. Кто-то умрет, и буду... Сегодня кто-то умрет, но это буду не я. Надо будет взять, скотина. Валим отсюда. Уходите отсюда, нафиг вас отсюда. Нет. Я помогу вам. На тебе, сука. На скотина. Слава богу, что все. Лучше, если мы будем держаться вместе. Хорошо, пошли. Генри, так? Ты сможешь отыскать выход? Ну тут ничего этого. Ничего такого интересного тут нет. Значит, пройти никак нельзя. Открыть, сломать что-нибудь. Она там вроде что-то открыла. Давай-то пойдем сюда. Вы за мной, пацаны? Посмейте. Сейчас найдем задницу чернильному демону. Иди давай. Ломайте, картина. Тут главное не свалить-то. Генри! Да вас измать! Какая в него клёсая, блин, а! О, подсказка. И следуй хранилище. Спасибо. А ты была подсказка с самого начала у меня была. Оружия нет никакого. Но будем что-то делать. Трубы? А трубы зачем делать? Я же не сантехник. Суп, но я не голодна. А вот это интересно. 13-3. И будет дырка. Вот, спасибо. Кого тогда мир из всего? Три трубы. Ну это будем мутиться? Что закрыто? Я не понимаю. А куда мне идти тогда? Итак, это... Понятно. Еще один день, еще один долг. Да. Что мы здесь будем делать-то? Во! Во, я так долго глючил, чтобы только включить... Расчистите проход. Восстанови трубу.
Вау, это кто еще был? Снова банда мясника. Они мне удали просраться. Не один раз уже. Есть кто-нибудь? А закрыть? А закрыть фиг. Ну-ка. Небольшое послание во все офисы студии. Начали разлетаться слухи, и мы больше не можем этого терпеть. Мысль о том, что компания переживает некоторые финансовые трудности, не соответствует действительности и является грязной ложью. Мне также стало известно, что некие подпольные крысы не доверяют тому, что я руковожу процессом. Если смотреть на общую картину, как руководитель, я всегда направляю лодку в нужное русло. Я не нуждаюсь в третьих лицах, которые волнуются о чужих проблемах. И что бы вы ни делали, просто доверяйте своему руководителю, то бишь мне. Сам твой Дрюн сказал. Поняли? О, нет. Мама! Лучше им не попадаться. Ага, я ему запопалась. И что, мне этот улетик стал сразу, да? Не гнуйте, скотина! Это слегка ухожу, просто не убегаю. Меня спасет только отсюда, или спасательная капсула. Все, свалить отсюда. Че, издеваетесь? Это вот таким макаром? Проклятие круто, а? Что там посудили, а? Какие там трубы надо снять? Так. Такую вот букву Т. Давайте начнем с буквы Т. Погнали, делаем Э. Делаем трубу. Васу, мать, еще чернильный демон. Это издевательство. Где-то куда-то уже интересно, но издевательство! Была сутка, я прямо к нему пошла. Чуть жизнь у него протянулась. Господи. Я откуда знал, что тут еще и бунди есть. Офигенно совсем. Есть. Погнали бегать. Я как-то вроде туда бегала, да? Как туда. Ну погнали. Бегаем, умрем. Я все вылезу крепким тазом. И погнали. Господи, боже мой, это вас так легко отпизать. Фу. О, господи. Дай бог, сохрани мои нервы. Я не зря тут мучаюсь. С этими уродами. Отлично, делаем палку. Отлично. Теперь таки вот такую букву С.
Ну, погнали на финальный этап. Ох, было бы слишком легко. Потом. То есть вообще никогда. Коти, спасибо. Отлично. Куда мне теперь идти? Обыщем хранилище. Ну давайте искать его. Обыщем хранилище. И желательно бы найти какую-нибудь сохранялочку бы. Мы тут совсем охренели. Что мне искать? Коробка? Что у нас тут? Кажется, все это лежит здесь довольно давно. Как вы сюда спустились? Вот именно. У меня с собой веревка. Возьми на заметку. Возьму. Я знаю, куда идти, но вам это не понравится. У чернильного демона есть то, что нам нужно. Я последую за ним. Пойдешь в его логово? Свихнулся? Ты умрешь. Все дороги ведут сюда. Что ж, это где-то здесь. Возможно, за этой дверью. Но ее так просто не открыть. Нужны 3 шестерни, ломик и что-нибудь для противовеса. Ну или как-то так. Я думаю. Можно и так-то. Вот так. Я снова в этом месте. Это мне все-таки не более нравится. Я снова тут. О, мое старое рабочее место. Я провел кучу времени на этом стуле. Слышали? Слышали? Я снова в этом месте. Тихо. Постарайся не шуметь. Но у меня негде спрятаться. Смерть. Что это? Вау. Я не видела этого здесь прежде. Я тоже. Я не вижу ничего вокруг. Не из чего соорудить плот. Придется идти в брод. Не выйдет. Мы не ты, Генри. Если мы пойдем, тогда мы растворимся, как капля воды, упавшая в океан. А, чернила. Значит, все теперь зависит от меня. Но я даже не знаю, что я делаю здесь. Я даже не знаю, почему это все происходит со мной. Ты здесь не просто так, Генри. На все есть причины. Даже когда ты сам этого не понимаешь. Пора освободить нас. Ну пора, так пора. А подсказок не будет никаких? Нет. Решили, что посмотрим зло с подсказками. Ну все, пока, братаны. Я иду. Не даже не догадались дать мне оружие. Да, дрезняч называется. Как я выиграю тюленного демона? Ведь это тюленная масына. В тюленной масыне один без оружия, без всего. Мозгами я не подумали. Сохранилочку найти, а? Пожалуйста. Нифига. О, все летит. Пипец. Заполняется все чернилами. О, будет злостная битва. Я отвечаю просто. И откройте. Фу ты, я тупая.
Я в двери не заходил, потому что решил быстро пройти. Давайте, откроем. Это просто невероятно, что можно сделать собственными руками. Кусок глины может приобрести значимость, если уделить ему должное внимание. Прикольно. Посмотри, что мы сделали. Мы создали целую жизнь, Генри. Не только на сияющем экране, но и в сердцах тех, кого развлекали наши... Все мультики Бенди. Но когда билеты перестали продаваться... Подумсника. Элис. Борис. Поезд. Тени из прошлого. Но ты можешь сберечь их, Генри. Подумсника. Ты можешь стереть все к чертям. Знаешь, есть одна вещь, о которой не знал Бенди. Он получил свое начало. Но у всего должен быть конец. Твою за... Я пропутал задачу. Сказать мне еще раз. Бенди. Что будет дальше? Куда идти? Что дальше? Мама! Вас тут звать! Ауч! Чё бегаешь как? Какой ты быстрый. Думаешь, так ты меня быстрее найдешь, да, если будешь бегать? Чё несю-то? Зуска. А вон ритак я вижу. Господи, пугай меня, Бенди. Ты глупый монстр. Прибегай, прибегай. Господи. Мамочки. Откройте, откройте. Она не открывается. Твою мать, тебе надо искать нужные рычаги. Фига ты носишься. Ага, вон медурчак. Ну, надо сапог открыть, пробивай. Так, открывайся за пистолет. Чисто открылось, а? Вот он финальный рычаг. Тебе нужно попасть туда. Блин. Теперь туда, но пипец как красиво. Не рассчитал, то мы били прямо в стену. Ну все открыто. Куда идти-то? Ну что, рискуем? Господи, не все так испаренный. Не пугай меня. Это мясо. Открыто, я уверена. Все, погнали туда. Я увижу конец Бенди.
одевайтесь, еще один ретят нужен. А вот сейчас не хватает двери взломать грузного. Ха-ха! Он там агрессивнее! Здесь опущенный. О, господин, спрячьте меня, спрячьте! Да, спрячьте меня! О, господи! Ура! Ну что, рискуем и прибегаем? Нет? Успела, ненормальный. А, переходи. Спасибо. Спасибо. А нет, не спасибо. Вау-вау-вау. Если перебегу, я буду пипец какой смелый. Ну чё мне говорила? Ё-ё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 
Если там не будет, то нет, а? Боком должен быть тупой. Должен бежать сюда. Это получится, что я нуб. Вот прикольно. О, мультик. Ну и короткий мультик. Что надо делать здесь? Сохранялка есть? Есть, это хорошо. Что мне здесь делать, люди? Так, кто смеется теперь? Если это вызов... Ну я сейчас не знаю. Нет, я спряталась за одну, спрятайте за другую. Я слишком умная. Ты не поехал сзади. Вас узнать, ты все мои укрытия ломает. Стоять на месте, идиот. Воу, так это надо было, хорошо. В чем дело? Все заново, что ли? В чем дело? Всему крутим и сломал скотину. Стоп. В чем дело? Перезагрузить надо, включить что-нибудь. Все четыре. В чем дело-то?
Господи! Что делать-то? Сейчас меня теперь. Я откуда знаю? Чего теперь понять, что мне делать дальше? Все это дело, чтобы попасть туда, тогда я молодец. Кстати, мы приперну сюда опять. Пленку? Ну давай вставим пленку. И то легче будет сразу, что будем быть в мультике. И вот это отвлекли мультики. Блин, а жестко как. Он умирает от этого. Да ладно. Я убил его. Офигеть, я... Генри, я такой смелый. Убила Бенди. Нифига себе! Так ты был дурной слон. Я знала. Бенди, книга какая-то. Но я читал эту книгу. Там что-то про мальчика, который вроде начал работать. Тут его зоной дрю. Ну, книга вот здесь такая, я читаю сейчас. Нифига мне. Вроде говорили, но вроде называется Космаразвард, я так поняла, да, наверное? Слушайте, залка! Залку с историю закрыли. Из-за чего, конечно, закрыли, я не разобралась. Милый крошка дьявол. Что сегодня у нас? Август. Вау, что за комикс? Тут демон нарисован, вау, будто все продумано. Юсопа все нету. Танцуйте, демон Бенди. Моя кровать, не сплю. Или дималка. Больше не кровать, походу. Спать нельзя? Спать нельзя. Здесь вообще нельзя. Это же мой дом. Все открыть нельзя. Или это не мой дом? Тут я не поняла. Если это мой дом, то... Яичница. Да я уснула просто. Тебя примерно через час. Ты решил впечатлить меня. Но я знаю. У тебя есть вопросы. Это само собой. Единственный важный вопрос – это... Кто мы с тобой, Генри? Я думал, что знаю о себе все. Но успех иссушил меня. Ничего не осталось, кроме строк на странице. В конце концов, мы пошли разными путями, делая одно и то же дело. У тебя прекрасная семья, у меня извращенная империя. И мой провал. Я позволил нашим творениям войти в мою жизнь. Правда в том, что ты всегда был так напорист, старый друг. Толкал меня всегда на путь истинный. Нужно это было толкать меня немного сильнее. Генри, загляни в старую мастерскую. Я хочу показать тебе одну вещь. Не поняла. Отлично, Джоуи. Я на месте. Давай посмотрим, на что ты просил взглянуть. Ой, не могу. Да ладно. Это прикол, что ли? Это прикол, что ли? Реально? Туа есть? Блин. То есть он проходил один раз. Потом дошел до этой местности. Потом он сказал, взгляни на кое-что. Он сказал, ладно, Генри, посмотрим нас на что-то, прости взглянуть. Это был сам свой Дрю. Так, а вот это я не поняла. Я застряла за. Это что такое? Вау! Борис, Бенди, поздравляю с уважением твой лучший друг Генри Стейн. Расскажи еще что-нибудь, дядя Джоуи.
Этот Зой совсем охренел! Он бросил меня! Я нахожусь в замкнутом круге! Сколько бы раз я на ней проходила! Смотрите, первая глава вот этот вот начало, вторая глава, третья, четвертая! Я буду приходить в одно и то же место! Это как... Лим, бесконечная стена, которую бесконечный коридор проходить и туда, и туда, и сюда, и обратно, в одно и то же место. Да, он меня затащил в этот замкнутый круг, откуда я уже не сбегу никогда. Да, видно, Генри обретен. Вроде я туда сошла во второй части. Но если нет, либо я долбанулась. Либо вышли еще несколько прикольных игр про Бенди. Надеюсь, но мне понравилось всего. Прикольная игра. Сам же Бенди сделан просто идеально красиво. Вот. Идеально такое показание демона крутого не должно быть. Полностью весь чернильный. Банда мясника. И больше всего мне понравился киномеханик. У которого камера вместо баски. Меня впечатлили. Просто пипец как впечатлили. Я довольна игрой. Хотелось бы продолжения. Но для Генри, видимо, все это кончилось. Навсегда. Вот так и будет ходить по этим кругам. Первый главе, второй, третий, четвертый, пятый. Будет ходить вокруг, даже не понимая, что он это уже проходил. Может быть, это и было где-то в одной типа сильной, но я ничего не заметила такого. Если где-то осыпалось или понялось не так, пиши в комментариях. Пиши в комментариях, ставь лайки. И мы вместе разберемся с этой игрой. Будем искать еще интересные игры про Бенди. Мне понравилась игра, хочу еще игр. Если ты знаешь какие-нибудь еще игры, напиши в комментариях или посоветуй мне. Поиграй обязательно. Все, пока, всего самого, Генри Гейтс Пэй, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.